Так, друзья, всех приветствую, всех хочу поздравить с праздником, с Днем Защитника Отечества, предложить вам вот такую вот выставку ножей со скидочками. Собрал я здесь такую небольшую подборочку, ну, весьма очень интересную. Интересные стали любые. Ну, давайте начнем, не будем затягивать. Вот, к примеру, два ножа. Нож называется «Медведь» из стали CPR. Вот. Еще их есть еще на складе два, поэтому их будет 4 в продаже. У них цена будет со скидкой. Будет так, они стоили 14,5, да, там, ну, кто был на выставке, те знают. Вот сейчас вот они у меня есть, цена 12 тысяч. Со скидкой ножны в комплекте. Следующий у нас нож, это Сахалин. Из стали N690, нержавеющий, стабилизированный кап клёна, сквозной монтаж. Его цена была 9500, сейчас цена 8000. Скидки достаточно здесь хорошие, 1500-2000 так присутствуют. Следующий у нас ножичек. Да, кстати, их, по-моему, пару штук. Ну, количество ограниченное, сразу предупреждаю. Вот, смотрите, следующий у нас нож, это Соболь. Достаточно такой классный работяга. Это Крио H12MF. У него сведение здесь толстое. 0,45. Это тоже делался под заказ. Вот именно охотникам под разделку, чтобы на косточку или еще там куда-либо, когда попадет. Ну, просили. Вот таких есть пару штук. Пару штук в наличии. Его цена со скидкой будет 5000 рублей. Так, есть следующий ножичек. Нож стриж. Нож стриж из порошковой стали Elmax. Ну, тут, мужики, он был 11500, сейчас его цена, я сделаю, 10 тысяч. Их, по-моему, 5 штук в наличии. Нож шикарный. Крио обработка на 63 единицы. Ручка, стабилизированный граб, вставочка из Айронвуда. Очень удобный в руке, плоскость, вот такая рукояти и удобство. Носик острый. Им как и драть, как обвалочно использовать. Ну, плюс-минус. Удобно. Два охотничьих ножа охотника из стали H12MF. Вот он так вот выглядит. Под палец. Вот такой вот ножик. Его цена 4000 вместо 5. И еще один ножичек тоже. Охотник, только ручка здесь из ореха. Цена такая же. Вот, есть горностай. Горностай из стали D2. Его цена 5000. Вот он был 6, вот его сейчас цена 5000 рублей. Вот это вот такой ножичек брутальный. Цена была 16500, сейчас цена 15000. Вот кто хотел приобрести, пожалуйста. Нож хищник из стали CPR. С такой вот всечкой. Хищной инкрустацией. Ножны, говорю вам, да, в комплекте. Следующий ножичек. Финочка. Финочка из стали CPR. Рукоять Эбен. Его цена будет 11500. Так, ну, фултанги я в конце скажу. Давайте вот вам покажу резаки. Вот это очень хороший резак. Из PGK. Закален тоже с Крио. Ну, здесь практически все ножи, как вы поняли, это Крио. Вот. Такая финочка, такой грибочек. Такой грибочек сделан. Ну, это стандартный грибок финского типа. Вот. Его цена вместо 13 тысяч 11. Еще один ножичек тоже. Сведенница такое хорошее. Дерево здесь змеиное, тоже с Крио, на 0,04, по-моему, сведение, тоже H12MF, классная железка, такой грибочек, вот, его цена 5000 рублей, 5000, два барса, шикарные образцы, здесь уже сведение 0,3, такая вот сова с инкрустацией, он был у нас, стоил, вот этот нож с сечкой стоил 8,5. А вот такой вот ножичек 7000 рублей. За работу с ножными. Очень, ну, согласитесь, подарок просто, да? Вообще, такой получить ножик с такой инкрустацией. Вот еще с таким знаком.
тоже славянский такой вот ножичек. Ручка плоская, по мне очень удобная, не выпадает. Нож резак, ничего лишнего. Цена такая же. Эти есть и два фултанга. Этот у нас фултанг из стали CPR. Ручка Микарта. Пины. Здесь прокладка G10. Вот. Вот его цена вот сейчас будет с таким исполнением 15 тысяч рублей. И по просьбам желающих фултанг из S390 с G10. Тоже красный G10 прокладка, пины, кожаные ножны будут идти в комплекте. Вот цена данного ножа, вот цена данного ножа будет 27 тысяч рублей. Стали тоже у меня. Лишней уже нет, свободной, сразу говорю, это из крайних. Ну и вот вам покажу два шейных ножа из порошковой стали Elmax. Ручка Буйвол. Вот такая вот красота. Себе на выставку оставил еще 3 штучки. Тоже хочу рисунки сделать. К ним мы подобрали вот такие маленькие ножны. Не знаю, кому не понравится, оторвет вот этот вот. Сделает хлястик, и как внутренний карман будет шейный. Вот. Но я планирую к тем ножным сделать дорогие достаточно ножны. Вот тоже Elmax. Вот таких вот два ножичка. Цена вопроса 10 тысяч рублей. Это с ручкой уже и с рога буйвола. По желанию можно также скримшоу нарисовать. Тут все что угодно. За отдельную плату. Все, мужики, всем спасибо. Еще раз всех с наступающим праздником. Кому что нравится, WhatsApp, Viber. Менеджеру. Телефон я оставлю под видео. И также оставлю ссылку на телеграм-канал. Там много ножей выставляется каждый день в продажу из наличия. Работать не успеваю, только приехал с выставки. В Москву, в Красноярск собираюсь. И в Москву это в конце марта. Всем, кому интересно, там отвечу на вопросы в комментариях. Всем спасибо, всем пока.